сегодня у нас ужин, ужин ифтар снова в таком ресторане, в такой необычной комнатке. Смотрите, мы не захотели сидеть за столиками и стульями. Наташа уже меню смотрит, вот такая комнатка прикольная. Вот. Как интересно все расположено у нас. Вот, вот наш стол, который на самом деле клееночка, да? Ну, соль. Перец, салфетки, меню есть. А, я в лаптях зашла, сейчас мне по голове дадут. Я пошла, выйду. Так. Сейчас вот у нас какой ресторанчик вообще интересный. Прикольный. Что телефончик так удивился, что не наводится. Смотрим, да, это здесь у нас. Самый главный в центре шейх Халифа, президент Эмиратов. А вот там вот фотография, точнее рисунок шейха Заида. Вот нам уже меню дали. Вот наши тапочки, сейчас тоже их оставлю. Упс. И надо голыми ножками заходить. Нефиг здесь пачкать. Что прикольненько так. Наташ, что выбрала? Ничего. Ничего, а супчики есть какие-то? Что вообще в меню интересное есть? Покажешь? Да, конечно. Так, что у нас в менюшечке? Вот извините, если вдруг микрофончик стукнуло. Ага, мансав 50. Это что-то очень большое. Это что-то очень огромное, да. Дальше по 40 блюда. Сколько это в долларах, смотрите, внизу? Манди. Фреш манди. А ну, перелистни, перелистни. А, вот, фреш манди. Это 60-33? А что это будет? Это смесь какая-то? А вот это вот что вот такое вот справа, вот это вот, вот. Нет, я сейчас показываю. Это вкусненькое. Да. Тарелку риса, одно на троих или три тарелки? Давай на троих. Да, одно на троих будет интересно. Давай на мы троих. С другом приехали, но это его лицо мы показывать не будем. Так, да. Друг инкогнито. Да, он инкогнито очень, очень инкогнито. Перелистывай страничку, давай просто цены людям покажем, что почем, что а просто было. Канат, ну сальмон вроде понятно, кашит. Ну, понятно, это рыбка, это сальмон рыбка. Идет, как, рыбка. Дальше ну, табуле фату. Ну, смотрите, я буду фреш ханис. Эспрессо кофе почем? Вот, фреш ханис, мид фреш ханис. Если хотите мид, можете фреш манди, фреш манди. Ну, давай, мы какой-то мид хотим, какой-то шашлычки такой вот. Ну, сейчас решим, сейчас решим. Так, давай покажем. Да, давай меню покажем. Да. Рис с кофе 5 дирхам стоит. Интересно, у него такой рис с кофе, то есть много риса и кофе. Перелистывай. И самое начало меню получается, не знаю, что такое вот это вот. А, бин, фасолька что ли? Фалафель. Ух ты, фалафели здесь есть. Вспоминается видео, которое мы делали вкусами, да, вкусненько. Ну вот цены мы вам показали, сейчас покажем, что мы на самом деле возьмем. Ну вот, никак мы не решим, что нам брать. В общем, нам уже, к нам уже на коленках пришла официантка, объясняет, что нам брать, короче. Никак ребята не решат. В общем, что-то берем одно за 60 и что-то два за 33. Вот, посмотрим. В общем, одну большую тарелку берем. О, хотела, кстати, вам показать одну большую тарелку. Это будет круто и интересно. Кстати, обратите внимание, какие тут интересные узорчики. Водичку просто. Или кофе, если есть какое-то. Наташ, ты вообще пить не будешь? А что вам water? Two water. Better two water. В общем, договорились. Сейчас узнаем, что у нас получилось заказать. Привет, народ! С вами канал «Училка физкультуры в Эмиратах». Мы в Эмиратах, и сегодня мы снова на ифтаре. Снова будем кушать, но большие интересные тарелочки. Вот на таком интересном помещении.
все без обуви. В общем, смотрите видео, ставьте лайчочки и пишите комменты. Поехали. Ты скажи, что футур мы начинаем с этого, с Тамара. А Тамар это что? Это ж финички. Это финички. Это ж финички. Это все начинается с финичков, с водички. Потом помолились, потом начали кушать. Нет, покушали, потом помолились. Покушали, да? Потом помолились? Ну, конечно. Видели, что сначала... А что это за молитва, если ты голодный? На голодный желудок. Ага, ну, вот, значит, а я честно думала, наоборот. Думаю, что, вот как бы дотянуть и... Спасибо, водичка. Третий, что ли? Ну да, нас же трое. А, it's cold. Yes, I want... It's cold. Ладно. Please, two, not cold, okay? Не любим мы холодную водичку, но смысл, горлышко постелить. Вот такие вот финички упакованы. Кстати, когда как-то ехала в автобусе, тоже зашли ребята и как раз проиграла, пропела молитва и вручили каждому коробочку. Там были финички, кексик и бутылочка водички маленькая. И все, кто в автобусе, стали кушать. Какая-то музыка играет, это, видимо, или заказ принесли, или что-то такое. Покажи финички-то. Ну, симпатично смотрят, свежие, да? Угу. Классно вот таких вот сувенирчиков домой накупить. Зачем покупать? Попроси. Мне много надо. Попроси много. Ну, что удобно. Клеёночка, потом свернул, убрал. Коврик, кстати, такой очень мягкий. Приятно сидеть. Вот честно, впервые так сидим мы. Сколько? Я 6 лет здесь, Наташа 5. И впервые, так сидим, вот и сидя по-арабски. Сейчас покажем. Нам обязательно что-то принесут вкусное. Вот, и будем кушать. Ставьте лайки, но на голодный желудок, пожалуйста, не смотрите это видео. Правильно, Наташ? Ух ты. Супчики и соусы? Мне так интересно, как они на корточках к нам приходят. Уже потемнело, вот только входили, было светло. Супчики уже принесли нам. Здорово. Лабанчики суп? Я думаю, нет. Это соусы? Заправка, знаешь, ну типа куда... Ну, так мы такие голодные, мы сейчас заправку съедим до этого, мне кажется. Мы хотим ручки потихоньку. Да, я тоже сейчас иду. Все, идем мыть руки, заодно посмотрим. Сейчас заодно покажем чуть-чуть. Может, кафешечку, а, надо же маску взять. Все, маску беру. Да, взяла. Так, одеваю тапочки, идем. Да, не надо, я прикрыла лицо, я иду. Ух ты! Напомнила кафешечку в Дубае одну классную. Будем в Дубае, а по-любому будем. А знаешь, как похоже? Обязательно вам сниму. Как в пещере. Да, слушайте, и так холодно, как в пещере. Такие стены. Сейчас покажу вам поближе стены. Просто какие-то лампы Аладдина. Ой, да вон сверху посмотри уже, на люстру, уже красиво. Посмотри, как красиво сделано. Это что такое? Это не турет, просто это какое-то волшебство. Не, извините, что я так, конечно, просто в таких обычно кафе. Туалеты такие, ну не очень, скажем так. Ой, нет, заведение ценится по туалету, я больше чем уверена. Туалет очень даже радует. Какая красота. И запах не туалетный, запах очень классный и свежий такой. О, какое вот зеркальце. Ну, унитазик нормальный, как бы такой уже, как обзорочку, как в золотом отеле мы вам делали. И во многих других местах. Привет. Ну, красиво, красиво, что я могу сказать. Вообще, очень рада, что мы попали сюда сегодня, да, вообще так. Необычно. Ой, ну вообще просто вот какие-то узоры такие обалденные. Честно скажу, я даже такого в мечети шейха Заида не видела. Хотя классный. Туалет там хороший. Да, давай помоем руки и пойдем. Сейчас что-то вкуснотенюшки нам принесут. Надеюсь, будет вкусно, интересно. В общем, ставьте лайки, оставайтесь с нами. Ну, пока я ходила в туалет, уже столько принесли, смотрите. Это просто как-то вообще здорово. Супчик, значит, вот такой вот йогурт-лабанчик и аджика-добавочка. Вот у каждого есть. И вот такое просто огроменное блюдо. Это мясо, это рис. Такого блюда никогда не пробовала еще. Спасибо ребятам, что меня дождали, что не поели. В общем, ребята, начинайте есть, да, пробуйте. Халат.
Давай, да. Наташ, давай я хоть тебя там засниму. Супчик остренький. Он просто как бульончик, но очень острый. Классный. Да, кстати, такой супчик всегда приносят бесплатно к блюду. Бесплатно. Ну как Наташа говорит, все включено, мы уже за это оплатили. Ну, супчик остренький, да? Хочешь, чтобы я попробовала? Да, хочу, чтобы ты попробовала, хочу. Простите. Кушаем, кушаем правой рукой, левой справляем. Левый пут вытягивает. Вот так вот. Чтобы вы знали, обязательно кушать правой рукой. Ну, а левой рукой напитки можно держать. Это говядинка, наверное. Обалдеть, да? По-моему, я извиняюсь, может, это плохо, но при жизни она, по-моему, себя очень в этом. В хорошей форме держала, она такая мягкая. Это очень вкусно. Так я вам верю, друзья мои. Только я не могу понять насчет остроты, потому что я супчик выпила. Я тебе рекомендую поесть сначала мяско, а потом попробовать. Ну хорошо, я с удовольствием поем. Мне кажется, я не чувствую, насколько она перченая. Это вот музыка странная, это заказ я несут думаю, или... Да. Если просто она так перед молитвой проиграла. Я думаю, это спасибо, я тоже как бы вот скоро присоединюсь. Мне просто вот само блюдо хочу показать. Это просто... Видишь, а рис, посмотрите, ребята, рис желтый, оранжевый, красный, белый. Как у них это получается? Как у них такая вкусная тень получается? Вот объясните мне. И такое блюдо сколько стоит? 66? Вот, не, они взяли, смотри, вот это 60. Это 60, а вот это как бы 33, поняла? Ага. То есть нам сделали одно блюдо, но как бы... 60, 33, 33. Жалко, а мясо стоит вот эта часть 60. Все, я поняла. Мясо, значит, большая 60 и две кучки по 33. Короче, едение руками риса Наташа провалила. У меня все разбирается. А, ну еще раз попробуй. Не-не-не, я хочу. Я давай, не давай. Так. Давай. Я не умею, так красиво. Ой, нам что-то еще несут. А что мы еще заказывали? О, каша харис. Это что вот... Харис? Да вот из... харис. Ляхам это мясо. Овсянка? Сэнкью. Да, это вот такое, на очень часто студенты им на такие праздники приносят и любят поесть, но, к сожалению, она остывает очень часто. Да, это очень вкусная каша. Ну, Наташ, мечты сбываются, давай. Поскольку ты у меня на камере, давай будешь пробовать. Ну, я как бы видео снимаю, я потерплю. А харис входил или просто так вот решили? Я думаю, это типа комплимент. Комплимент, ну молодцы. Должна быть очень вкусная. Как пшеная такая, да? Слушайте, оно сладковатое, но я не могу понять. Рис обалденный. Я не могу понять, оно сладковатое. Это так классно. Это какое-то пюре из каши, это пшено. Ну, по идее, пшенная должна быть. Ну, я когда пробовала такую кашу, было очень вкусно, действительно. И много специй, да, Наташа говорит? Вот еще раз перевожу супчик такого цвета оранжевенького слева, потом йогуртик лобан и аджичка. Это все очень вкусно, безумно. И скажу так, вот хлеб, наверное, к этому был бы лишний. Потому что и так очень сытно, и так вкусно, и так много риса. Много вкусной говядинки и каша харис. И вот еще нам принесли, да, что это? Рукола? Мутон. А, это мутон, баранчик. Наташ, видишь как, а ты говядинку пробовала. Ну ничего. Сделали правильные выводы. Но зато все очень вкусно, да? Это безумно вкусно. Безумно вкусно, честно, вот чего и вам желаем. В общем, народ, если будет такое вот... желание заказать в Эмиратах или в любой восточной стране вот такую вот еду, как называется еще раз? Я не помню. В общем, целая куча риса и мяса. Ханис. Я сейчас скажу. Ханис называется. Большую тарелочку. Фреш ханис мит. Где он вот? Фреш ханис мит. Вот, очень вам рекомендуем. Это вкусно, это правильно, и это все-таки восточное блюдо, которое вы должны попробовать, если вы находитесь... в Арабских Эмиратах. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь. Приятного всем аппетита. Рассказывай. Так, народ, каша очень вкусная. Она чуть-чуть сладкая. Мне же показалось, что попался изюмчик. Это просто вообще. Она такая сытная, что мне кажется, вот классно ее кушать, когда вы на работу идете. Хотя я снова захочу кушать. Очень вкусно, реально. Супчик остренький. Супчик такой...
Я когда попробовала, так... Ой. Ой. Ну все, все, реально классно его сухим. Это очень вкусная штучка. Мы рассказывали йогуртик, его можно мешать в рис. Посвети сюда. Косточка, мяско. Нужно мяско оторвать от косточки. Это просто класс. Потом залить аджичкой. Потом немножко йогуртика добавить. И все это так вот смешать. И в рот положить. Сделать себе вкусно. Mm-hmm. Так, ребята, я вам завидую. Дайте поесть. Теперь я хочу. Да. Давай, у тебя же одна рука свободна. Да. Так как ты это сделал? Сейчас аджичкой делаем. Не, косточки мне надо. Сейчас. Делаем йогуртиком. Вкуснотенюшка. Вот ты сделал? Аджичка. Аджичка очень прекрасная. Йогуртик. Это для качков, кто качается, вот это красное мясо, оно креатином наполнено. Чем? Ну, этим креатином. Не могу я есть одной рукой. Мышцы растут. В общем, выключай камеру. О, как отходит. Видишь, оно красное. Вообще просто, о. Отходит просто класс. Боже, это вообще люди готовят. Смотри, оп, а это шло. То есть вообще даже, я даже просто ложечкой разделалась, и все. Обалдеть. Вкусно, слушай. Вкусно очень. Да, по твоему рецепту шикарно. Йогуртик, аджичка. В общем, всего понемножку, и будет вам счастье. Супер. Боже, какая тут красота. Корабль. Посмотрите, национальные. Национальное кофепитие. Красота.